trabalhamos muito fisicamente. Мы хорошо поработали над физическими кондициями, не только в зале, но также и на поле. Ну и вот эту неделю уже перед матчем с «Зенитом» уже готовились уже больше на поле, больше тактически, чтобы подойти в оптимальной кондиции к этому матчу. Вы говорили, что не ожидали немного, что в прошедшем кубковом матче в Санкт-Петербурге «Зенит» будет действовать только на контратаках. Сейчас вы готовы к такому сценарию матча? Да, мы готовы. И вообще, в принципе, встречные атаки для нас относительно тактических нюансов остаются пока во многом неизведанными. Мы много над этим работаем и очень много времени уделили и в этом микроцикле. И я надеюсь, что футболисты все-таки относительно своих способностей и возможностей физических смогут сдерживать атаки. Потому что часто так бывало в этой игре, что мы были в позициях, но нас продавливали. Вот это вот было видно, и это от многих факторов зависит, но прежде всего от, собственно, силовых способностей, которые нам надо подтягивать однозначно. Кларк, depois do que aconteceu durante o jogo com o Paris? Да, конечно же, после матча с Пари, как матч складывался, да, то, что мы создали достаточно большое количество моментов, не смогли все забить, к сожалению, и пропустили гол в заключительной минуте матча, все были расстроены, все приняли данную ничью как поражение. Сейчас же у нас новая игра, да, новая неделя, игра против «Зенита». Мы будем выходить, стараться бороться за победу, придерживаться нашего плана, придерживаться нашей работы, то, что мы провели в течение недели. И будем уже стараться, следуя своим принципам, бороться за 3 очка. Сегодня вы усилили свой тренерский штаб. Команду пополнил Мурат Салимович Искаков. Расскажите о природе приглашения этого специалиста в штаб, о том, чем он будет заниматься и какие надежды вы возлагаете на него. У меня был разговор и до этого со спортивным директором, потому что я понимал, что нам нужен в тренерский штаб опытный специалист, который бы мог взять на себя большой пласт работы относительно оборонительных действий команды. Это и в большей степени их ментальная основа защитников, которую нужно повышать. Естественно, мне нужен был тот коллега, который эту тему хорошо знает и который сам в свое время был хорошим защитником и в то же время какое-то время проводил именно в этом амплуа в других командах. Потом уже в разговоре с генеральным директором меня просто осенила мысль, что есть мне очень близкий знакомый, которого я знаю как истинного профессионала, который работал в больших командах с большими футболистами, но не уверен, что получится его пригласить. На что генеральный директор говорит: ну давай попробуем. Ну я попробовал. И у меня получилось.